Клуб-магазин «Лоцман» представляем серию фонарей «Подвох», разработанные специально для требований подводных охотников. Фонари отличают длительное время работы, что очень важно при подводной охоте, поскольку многие охотники охотятся порой целую ночь. Соответственно, в фонарях применены инновационные технологии. Начнем с того, что в аккумуляторе, с аккумулятора применяется уникальная сборка аккумуляторов типа размера 26650, которые соединены параллельно, в отличие от фонарей конкурентов. Параллельное соединение позволяет увеличить емкость в 2 раза, соответственно, время работы увеличивается также в 2 раза. Также в фонарях используется зарядка, которая позволяет не вытаскивать аккумулятор с фонаря. Гнездо зарядки также защищено, что позволяет использовать даже без колпачка в воде. Либо беспроводная технология зарядки основана на индукционных токах. В этих моделях используется трансформатор, установлен здесь катушка, и за счет токов индуктивности заряжается аккумулятор. Фонари могут быть с 3 с одним диодом. Также возможно по желанию клиентов использовать фонари с белым и желтым светом. Желтый цвет особенно актуален для подводной охоты в средней полосе России, когда прозрачность воды оставляет желать лучшего, и желтый свет комфортнее для глаз. Режимы как переключаются? Режимы света. Вот у данной модели плавная регулировка яркости. Здесь используется магнитный переключатель, датчик холла. Яркость регулируется плавно. Также есть модели с магнитным переключателем типа кольцо. Четкие режимы включения. Спасибо.